Почти 7 тысяч тенге штрафа ждет казахстанцев за отказ от так называемой обязательной дактилоскопической регистрации. Снимать отпечатки пальцев при получении удостоверений или паспортов начнут уже со следующего года. Эту процедуру будут проходить все граждане страны и даже иностранцы, которые на постоянной основе проживают на территории Казахстана. Исключение – дети в возрасте до 12 лет. А вот подростки от 12 до 16 могут сдавать отпечатки пальцев по желанию. Всем остальным это придется делать обязательно. На случай отказа в административном кодексе даже предусмотрели отдельную статью. В МВД считают, что дактилоскопическая регистрация позволит защитить людей от мошенничества с документами, а еще упростит прохождение таможенного контроля во время заграничных поездок. Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства. За отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 443 Кодекса об административных правонарушениях.